На территории Тувы сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение дорожной безопасности, такие как нетрезвый водитель и автокресло. Дополнительный наряд был выставлен на автодороге Р-257 вблизи села Устелегес, где недавно произошло резонансное ДТП с 6 погибшими. Напомним, что в том страшном ДТП погиб ребенок, который перевозился в нарушение ПДД. Особое внимание дорожных полицейских уделяется перевозке детей. Только за 2 часа за нарушение правил перевозки детей административному наказанию подверглись 16 водителей. Штраф составил 3000 рублей. Также особое внимание автоинспекторов было обращено на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями свадебных кортежей. Самыми распространенными нарушениями, допускаемыми водителями, гостями, являются беспричинная, беспорядочная подача звукового сигнала в населенном пункте, также так называемое высовывание из люков и окон транспортного средства пассажиров. Бывает так, что заклеиваются государственный регистрационный знак различной свадебной атрибутикой. Несмотря на столь светло дьяблющущийся праздник, тем не менее водители и пассажиры привлекались к административной ответственности. Также проводилась целенаправленная работа по выявлению нарушений правил перевозки детей. Согласно изменениям в правила дорожного движения, запрещается перевозка детей, не достигших 7-летнего возраста, без специального детского удерживающего устройства.